Впервые в водной «Формуле-1» примет участие казанский гонщик. Это Станислав Курциновский, сказали сегодня в агентстве «Татмедиа». Соревнования начнутся завтра на озере Кабан. На гребне волн взлетят 20 лихачей из 11 стран. Кто обгонит конкурентов, узнаем уже в субботу. Все команды очень сильные. В принципе, очень лодки похожи, двигатели тоже. Все зависит от удачи, от накаста так называемого. Вот, поэтому, особенно с последними нововведениями техническими, когда всем выдаются одинаковые электронные блоки по странам, то есть еще больше уравняло шансы, поэтому гонки стали еще интереснее.